Доброго времени суток всем, кто зашел на наш канал. Это видеообзор на чайную пару хохлома. Каждый предмет сделан из дерева и расписан вручную масляными красками. Поверхность покрыта металлическим порошком, затем обожжена и покрыта лаком, благодаря чему появляется вот такое вот золотистое свечение. И кажется, что эта чашка покрыта сусальным золотом. У чашки удобная ручка, в нее можно наливать горячие, холодные напитки. Прилагается также блюдечко. Данные предметы можно использовать в микроволновке, но после использования рекомендуется насухо вытереть. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания на новые видеообзоры, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки.